Всем привет, мои хорошие! Куда пошла? Иду от косметолога. Домой направляюсь. Дон Бакадони, мой любимый, мой самый любимый аккаунт. Я вас люблю и приветствую. Как дела? Уже лучше, уже лучше. Что такое? Почему у меня это мерцает уши? Привет, красотка, привет, домой иду. Почему уши мерцают, скажите? Чего они не хватаются? О, сядь где-нибудь, блин, не могу. Ну, давайте уберу. Я, правда, иду от косметолога, ребят. У меня вид. Что-нибудь придумать надо. О, вот я буду мерцать. Дим, я тебе передаю привет. Как тебе батл Черной Либер? Слушайте, я, конечно, вообще в шоке, если честно. Весовые категории однозначно разные. При том, что туда влез Йося. Ну, это как минимум неправильно. Ой. Сейчас, ребят, подождите, я тут что-то наклацала. А вот, я считаю, что... Вообще, я не могу понять, на самом деле, что происходит с Сашей, да, как бы, она хотела быть женой, пожалуйста, ты стала женой, любящей женой, Йося, по-моему, ее безумно любит. В чем вопрос? Вопрос в том, что она боится похудеть, ее так, вернее, не может похудеть, и ее так это все злит и раздражает, но очень странный момент того, что она... Прожила с Йоськой 2 года, и тут, как выяснилось, ему плохо пахнет с рта, или он как-то не так целуется. Саш, что с тобой? Что происходит? Что за депрессия? Может, тебе надо к эндокринологу сходить? Вам, наверное, меня плохо видно, блин, ребятки. Дайте что-то другое. Ой, у меня такие мешки под глазами после косметолога. Но ничего. Ленка Печерова, привет! Так, я могу сейчас пропускать много смс, потому что неудобно. Оля, ответь про марку очков. Ребят, я не знаю... Маруська моя, привет! Я не знаю марку очков, потому что очки покупала сестра, покупала за границей. Не знаю, правда, не знаю. Я вообще родилась в городе Горловка, Донецкая область, Украина. Дом 2, Кадони, как мое самочувствие. Ну, знаете, сегодня на 6-й день после уколов уже намного лучше, но есть один момент, это мои ягодицы, которые очень болят и очень дают о себе знать. Так я уже бодрая, перемещаюсь прекрасно по городу. Классно, спасибо вам большое за беспокойство. Я тебя очень люблю, милочка, я тебя люблю. Димка, любит. Когда на проект вернешься? Не дождетесь теперь, не дождетесь. Больше вы там не увидите Сударкину. Очко у меня марки. Арме Куруш. Тебе даже неизвестна эта марка вообще, правда. Поверь, поэтому называть я ее не буду. Йодовую сетку после уколов. Кстати, точно, точно, да. Юлечка, я сделаю нормальный сегодня вечером. Я выйду в прямой. Просто я безумно по вам соскучилась. И хотя бы 5 минут, пока я иду с вами, пообщаюсь. Очень жаль, что не увидим. Дом Бакадони, я вас очень люблю. Вы знаете об этом. Я всегда вам это говорила, но... С меня достаточно. Когда на родину? Слушай, ну... может быть в феврале... А, уже сегодня 1 февраля. Ну вот в феврале может быть, но это не точно. Живу сейчас в Москве, как и жила, в принципе, до проекта. Я уже подданная России, поэтому
Здесь мы и останемся. Сергей, привет, привет. Дима уже ругается с Рапой, наверное, да? Думаю, хочет с тобой уже. Дороголожка к обеду, знаете. Блин, скучаем, ждем. Я очень соскучилась по тебе, прям очень, понимаешь? Мне есть тебе столько всего рассказать, столько всего обсудить и просмеяться. Ты просто себе даже не представляешь. Колено норм? Не, Юлечка, колено нифига не норм. Я езжу на массаже, еще помимо этих уколов, всех капельниц, всей другой процедуры, еще езжу на массаже. Разрабатываем ногу. Начала понемногу сгинаться она уже. Но еще надо работать и работать. Дима с тобой? Нет, Дима не со мной, Дима на проекте остался. Сколько тебе лет? Мне 30 лет. Будем именно орать. Да. Моя любимая девочка в эфире на доме 2 сценария. Что с тобой случилось? У меня произошел... Ну, я не знаю, наверное, нервным срывом я не могу это назвать. Но на нервной почве, да, однозначно на нервной почве. Сбой. Мой организм дал сбой. Я немножко подкосила, но ничего. Сейчас во мне уже много витаминов, поэтому скоро все будет хорошо. Тебе удачи во всем, спасибо. Ты выглядишь на 25, спасибо большое. На доме 2 сценарии. Да и сценарий нет там сценария. Привет, как делишки, по дому 2 скучаешь? Дела нормально, скучаю ли я по Дому 2, я скучаю, наверное, по некоторым людям, да, по организаторам каким-то, да, которые там работают. По ним, может быть, да, я вот есть какая-то, знаете, я привыкаю к людям очень быстро, и где-то мне не хватает с ними. Но это проходит, мне тем более... Неделю вообще было не до этого думать о том, что скучаю я или не скучаю. Но хочу сказать точно, что мне сейчас хорошо. Я сама себе хозяйка. Вот так. Много витаминов, это хорошо. Поправляйся скорее, будь здорова. Спасибо, спасибо вам огромное. Пиарщица странная в семью влезла для пиара. Давайте поговорим на эту тему. А как я влезла в семью? Расскажите, пожалуйста, что я сделала? Я с ним переспала, я танцевала перед ним голая. Я, может быть, я не знаю, как там Оля. Я не помню просто, как Оля влазила в семью, но однозначно... А, я рассказывала, может быть, Оле о том, что мы... Что он мне предлагал интим. Что там Оля еще, когда она влазила в семью Глеба? Что она там Оле ветер рассказывала? Или что она там рассказывала психологу? Вот это было влазение в семью, вот это был пиар, чтобы задержаться на проекте. А я всего лишь выразила Диме симпатию как творческому человеку, как творческой единице, но не более того. Поэтому если бы я влезла в семью, поверьте, он бы был со мной. Вот если бы я влезла в семью. Поэтому, ребят, расслабьтесь. Рапунцели, придурки. Не, Камилка, подождите, пусть Камилка сидит, это ее звездный час, каждый раз, находясь у меня на странице, у меня в прямом эфире, это ее звездный час, на нее хоть кто-то таким образом обращает внимание, на человека, которого нет лица, есть картинка всего лишь. Да, Рапунцель целовалась с Должанским, дабы остаться на проекте, ребята. Поэтому давайте мы не будем говорить о хайпе. Что такое хайп для вас? Ты вообще про Олю молча. Я буду про Олю говорить. Не вам мне рот затыкать, хорошо? У меня сейчас витаминов много, сил достаточно. Смогу ответить, ребята. Попуститесь уже в самом деле. Счастливые мамы, любящие жены. Будьте счастливы.
Соска, милая соска. Ты где? Я уже все, ребят, подхожу к дому. Ты еще встретишь хорошего человека и будешь любима, да. Знаю, все нормально. Все будет хорошо. В телек еще пойдешь? Обижаешь. Конечно. Ты ж помнишь наш план? Барбаросса. Так, все, ребят. Горловку не сломать, не поставить на колени. Ты же знаешь. Как бы этого не хотели. Все, любимые мои, я чуть позже выйду к вам.